мире существуют запрещенные песни, которые не можно слушать в 3 часа ночи. Это включаю. Три шестерки! Неужели нам звонит тот самый номер из сада, о котором поется в песне? Черт, банда Крош за этими дверьми. Только откроем их, и мы увидим его. Чё творим? Про меня зовут Саркионис. И просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду. Ведь почти ты же знаешь, в первое время Суприм банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. И как пишу, прочим песню, очень нравится быть под нами. Так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной банде на Ютубе. А также сегодня со мной здесь снимает Настя. И Суприм банда, в мире существуют запрещенные песни, которые не можно слушать в 3 часа ночи. Ведь ходит легенда, что если послушать их в это время, то с вами может произойти все что угодно. И в прошлый раз мы уже проверили эту легенду с песней Барбоскины. В 3 часа ночи мы послушали эту песню, и то, что происходило здесь, было полная жесть. Оставаться в этой квартире было слишком опасно, мы просто сбежали. А еще тогда мы услышали несколько зашифрованных слов, такие как «Я пришел, я труп, я проклят». А сегодня же, банда, в 3 часа ночи мы послушаем песню смешариков из их заставки. Ведь ходит легенда, что если отзеркалить эту песню, то можно услышать другие зашифрованные слова. И сегодня я вам это покажу, а тем временем, бро, давайте на это видео наберем 20 лайков. И тогда я в 3 часа ночи послушаю ту самую запрещенную песню Маши и Медведя. Так что поди скорее ставь лайк, а также проподписывайся на мой инстаграм. И на инстаграм Насти. Мы из своих инстаграма банда, мы общаемся со всеми вами. Подпишись на нас, напиши нам директ и все, жди. Уже совсем скоро мы ответим именно тебе. Так что будь скорее, все ссылки в описании. Ставь лайк, а мы тем временем слушаем эту песню. Погнали! Итак, Суприм банда, надеюсь, вы готовы, на часах уже 3 часа ночи. По легенде, именно в это время я уже могу слушать эту проклятую версию песни. Давайте же приступим к этому ритуалу. Для начала я включу вам обычную версию этой песни, обычная заставка. Все мы ее слышали, но все же... Обычная заставка, банда, все мы ее знаем. Здесь нету ничего мистического, она максимально дружелюбная. Просто посмотрите, что здесь может быть страшного. Окей, думаю, хватит. Теперь же, банда, давайте приступим к той самой зеркальной версии, где мы услышим те самые мистические слова. А еще я даже немного замедлил, чтобы вам было все лучше слышно. Итак, включаю. Окей, банда, это просто жутко. Не знали вы, что-то услышали. Но сейчас я вам спою вместе с этой песней, чтобы вы немного поняли, что там поется. Включаем ее заново. Черт. Гори в аду, гори в аду, гори в аду, гори в аду, в аду, гори, гори, ясно. Это просто жесть, у меня просто мозги выносит этой песни. Она реально очень жуткая. Окей, тем не менее, теперь вы сами послушайте эту песню вместе с субтитрами, чтобы вы максимально погрузились в нее. Включаю, просто вслушайтесь. Просто не верится в то, что мы сегодня слышим. Это реально очень жуткая песня. Тем не менее, нам эту песню нужно слушать целый час. От начала 3 часов ночи до 4 утра. И в промежуток всего этого времени должна происходить какая-то мистика. Как это было в прошлый раз. Что будет сегодня, банда, я не знаю. Но уже одной песни становится не по себе. Тем не менее, давайте уже приступим к полному прослушиванию. Итак, банда, надеюсь, вы готовы. Мы уже приступаем к тщательному прослушиванию этой песни. Господи, какая же она жуткая! Гори в аду, гори в аду. Просто жесть, банда, прям мурашки по коже. Тебе как эта песня? Я любила смотреть этот мультик, он казался мне таким безобидным. Да, я с тобой согласен. В детстве он казался максимально добрым. Но после этой заставки просто мурашки по коже. Не кажется он же таким хорошим, как будто рушит все детские мечты. Просто вслушайтесь в эту песню.
Она такая жуткая банда! Не знаю, как ее слушать весь час! Но перестать слушать эту песню мы не можем, потому что по легенде, если вдруг мы перестанем ее слушать, то мы просто умрем! Не знаю ли это правда, но проверять этого не хочется! Именно поэтому будем слушать ее до последнего, что бы с нами ни случилось! Но все же, банда, если даже ничего не произойдет, то мы просто сойдем с ума из-за этой музыки! Тебе страшно? Очень надеюсь, час пройдет быстро. Я тоже на это надеюсь, просто какой-то ужас этой песней. Тем не менее, прошло всего лишь несколько минут, а мне уже не по себе. Я уже как будто слышу какие-то шорохи, какие-то стуки. Хотя на самом деле все нормально, мне просто так кажется. Возможно, так песня влияет на мой разум, или как это понять? Окей, банда, мы продолжаем слушать песню, пока что еще ничего не происходит. Но впереди еще целый час. Что это? Оу, вы видите? Черт, что это? Выключатель же никто не трогает, почему? Он блымает! Господи, он все еще продолжает блымать! Неужели это все из-за песни? Это она виновата! Это нужно уже прекращать! С этим уже нужно что-то делать! Это такая жесть! Господи, Настя, как же это страшно! Он все еще продолжает блымать, и раньше такого никогда не было! В этом точно виновата песня, банда! Это нужно срочно починить! Тем не менее, включатель никто не трогает! Это уже я блымаю, все нормально! Не знаю, что с этим делать, банда, оставлю свет включенным, пусть так будет! Но это полная жесть, это 100% из-за песни. Но все же мы должны продолжать ее слушать, чтобы не случилось. Потому что иначе мы просто умрем. Со светом уже вроде бы все нормально, ничего не происходит. Как думаешь, что это было со светом? Я даже не знаю, но было очень мистически. О, черт, сзади тебя! Он сам включился, это смешарики, банда! Это их заставка, вы видите? Как это вообще произошло? Все пульты лежат здесь, что это? И погодите, как он работает, если он даже не включен в розетку, вы видите это? Это просто же, не видишь? Но как это вообще возможно? Не знаю, но это просто какой-то ужас. Мне просто в это не верится, банда. Сначала эти лампочки, теперь телевизор. И все оно само работает, это такая жесть. Господи, что вообще происходит? Скорее всего, нужно его выключить. Все пульты здесь, мы даже его не трогали. Я просто выключаю, банда, это такая жуть. Мне просто в это не верится, я уже очень напугана, что будет дальше. Я просто без понятия. Но мы все еще продолжаем слушать эту песню, банда. Она такая жуткая, черт. У меня уже голова болит от этой песни. Да, она реально просто невыносимая, банда. Просто посмотрите, мы все еще продолжаем слушать. Я уже не знаю, по какому кругу, наверное, круг 30-й. Но мы все еще слушаем. Когда же уже это время закончится? Мне просто не по себе всего того, что уже было. А что будет дальше? Черт, банда, как же это? О, посмотри, ты видишь это? Не знаю, какие-то помехи. А что с музыкой? Вы слышите, банда? Что происходит? Какие-то помехи! Черт, что это? Посмотри! Господи. Что это такое? Ты видишь это? Кто это? Что это за рисунок? О, черт, банда! Я не понимаю ничего, что происходит! Черт, это Крош! Ты видишь, это он! О, господи, просто жесть, он одержимый! Это такая жесть, банда! Я не знаю, что это! О, все возвращается назад! Ты видела это? Что это было? Не знаю, это просто какая-то жесть, какая-то мистика! Господи, просто какой-то ужас этой песни происходит! Какая-то мистика, эти помехи, все так страшно! Я не знаю, что будет дальше, банда, но мне уже не по себе! Тем не менее, выключать эту песню мы ни в коем случае не будем, иначе мы просто умрем! Я очень переживаю за себя! Ты как думаешь, Настя, что еще будет происходить? Надеюсь, нет! Я тоже очень надеюсь, но это так страшно! Эта песня просто какой-то ад! Но все же, банда, до 4 утра еще осталось где-то полчаса или даже 40 минут! Еще очень долго нужно ее слушать! И я так переживаю, что может произойти дальше! Это просто какая-то жесть! Черт, ты слышала это? Да! Что это могло быть? Эй, кто там? Остановить ее нужно! Кто там? Вы меня слышите? Смешарики! Эй, кто-нибудь! О, господи, наверное, нужно выйти туда! Просто жесть! Эй, кто здесь? Черт, как же страшно после всего того, что было. Ты что-нибудь есть? Черт, я слышал, как будто что-то упало, но все на месте, ничего не падало. Кто здесь может быть? Возможно, мне послышалось, но я уверен, что камера тоже записала этот звук. Кто здесь? Выходи! Мы тебя не боимся! Возможно, за коробками. Вроде бы никого не видно. Эй, выходи!
Черт, я уже думал, что это смешарики, но пока что никого нету. На балконе вроде бы никого нету, в квартире тоже. Кто это вообще мог быть? Кто здесь шарутел? Это такая жесть, банда. Ты же тоже это слышал, этот звук? Да, я слышала. Как будто что-то упало, но ничего нету. Что вообще происходит? Окей, банда, я не знаю, что это было, но мне не по себе. Как будто реально что-то упало, кто-то здесь был, но никого просто нету. Нужно продолжать слушать эту музыку. Какая же она жуткая, банда, просто не по себе. У меня реально уже мозги кипят от этой музыки. Тем не менее, нам нужно продолжать ее слушать. Мы ни в коем случае не должны прекращать это делать, потому что по легенде мы просто умрем. А у меня есть огромное основание доверять легенде, потому что происходит мистика. То есть мы реально можем умереть. Уже скоро все это закончится, я так рад. О, черт, ты слышала? Да. Кто-то звонит в дверь. Черт, это может быть, банда. Просто жесть, что это еще? Еще этого не хватало, кто-то пришел. Неужели это смешарики? Господи, кто же это может быть? Там ничего не видно, кто-то закрывает глазок. Я ничего не вижу, Настя. То есть там кто-то стоит? Да, похоже, ничего не видно. Окей, думаю, нужно выйти. Кто это может быть, банда? Эй, кто здесь? Выходите, мы вас не боимся. Господи, вроде бы никого нету. Кто тогда закрывает глазок? Какой-то листок, что это еще за бред? Что здесь? Какой-то рисунок, что-то написано. Господи, что происходит, Настя, ты видишь это? Посмотри, это же тот рисунок, который был на компьютере, когда он лагал. Да, ты права, он реально похож на тот рисунок, и он здесь подписан. Сергей и Настя. Погоди, неужели это мы с тобой? Моя зеленая кофта, черные штаны, это ты? Но почему без головы? Неужели смешарики хотят убить нас? Именно поэтому везде рисуют нас отрубленной головой. Здесь кровь. Это так ужасно похоже. Они не такие добрые, как кажется. А еще здесь что-то написано, стих о вашей смерти. Читай. Окей. Вы умрете в крещенские морозы. Вы умрете, когда трещат березы. А весной ужас будет полный. Из вашей затопленной могилы гроб всплывет забытый и унылый. Разобьется с треском и потемкой уплывут ужасные обломки. Сам не знаю, что это такое, я не верю в вечности покоя. Автор Бараш! Просто посмотри, здесь реально это написано. Автор Бараш, вы видите это? Неужели смешарики реально существуют? И похоже, они очень злые, раз уж хотят нас убить. И пишут стих о нашей смерти. Это такая жесть, банда. Тем не менее, нам нужно продолжить слушать песни, иначе мы умрем. Это такая жесть, банда. Уже сами смешарики приходят к нам домой. Окей, мы продолжаем слушать эту песню. Надеюсь, что это уже все скоро закончится. Потому что эти песни уже просто уши болят. Невозможно это слушать на протяжении всего часа. Ты тоже это слышал? Да, господи, неужели там кто-то ходит? Окей, пойдем посмотрим, кто там. Что это еще может быть? Неужели смешарики уже в нашей квартире? О, господи, черт, ты видела? Это кто-то из смешариков закрыл дверь. Да, возможно, это так жутко. Черт, банда, я просто в шоке. Неужели они уже в нашей квартире? Эй, смешарики, выходите, мы вас не боимся. Господи, нужно только открыть дверь и все. Черт, как же страшно. Что? Это еще что такое? Какой-то номер 6. Что происходит, ты видишь? Сережа! Кто? У меня то же самое! В смысле? Еще одна шестерка, две шестерки, что это может значить? О, господи, это еще что? Еще один телефон звонит! И здесь тоже шестерка, банда, вы видите это? Три шестерки! Неужели нам звонит тот самый номер из сада, о котором поется в песне? Это такая жесть! Я, скорее всего, что возьму трубку! О, господи! Кто это? Останови. Что это? Что за бред? Что вам от нас нужно? Останови. Что вы подразумеваете по словам «остановись»? Отстаньте от нас! Останови. В чем остановиться? Ничего не понимаю! Господи, Настя, что происходит? Отстаньте от нас! О, господи, просто отстаньте! Что происходит, Настя? Что это вообще? Я не знаю, мне очень страшно! Что вообще происходит, банда? Господи, я отключаю сейчас же, если вы не покажете свое лицо! Ну же! О, господи, прощайте! Я не хочу с вами ничего общего иметь! Вы меня очень пугаете! Черт, банда, что это? Кто это вообще звонит? О, посмотри! Это Прош! Ты видишь это? Это реально он! О, господи, это был он! Я отключаюсь! О, черт, прощайте! Это просто жесть, Настя, ты видела? Да, это реально был Крош!
Вы видели это? Там реально был грош! Окей, Supreme Band, мне очень страшно! Я просто выключу эту мелодию, больше не хочу никогда слушать! Сейчас же мы ее отключим и просто сбежим с этой квартиры! О, господи, это еще что? Мелодия сама включилась, банда, вы слышите? Как так? Я же ее выключал, теперь она снова работает! О, черт, я пытаюсь ее выключить! Ничего не получается, вы видите это? С тобой еще что? В смысле, только не сейчас, нет! Неужели это все из-за песни? О, господи, она реально сводит с ума! Нужно вернуть ее в обычное состояние! Это такая жесть, банда! Окей, вроде бы получилось! Да, банда, получилось, мы вернули обратно эту песню! Черт, Настя, что с тобой? Ты в порядке, эй? О, господи! О, господи, Настя! Черт! Вы видели, эта банда ей явно плохо, она под гипнозом! Я не знаю, что делать, вдруг она захочет меня убить! Мне нужно где-то спрятаться! Спрячусь на балконе, пока все это не закончится! Это просто жесть, она там сидит, банда, вы видите это? Окей, Supreme Band, тем не менее, вот комнаты за прошлого видео, просвели какие-нибудь шикарные идеальные комментарии! А про вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, все уж нужно опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро! Ты уже новом видео! Лайк, колокольчик, YouTube, лайк, колокольчик! Коммент твое видео, бандит! А также пропомни одно, оставайся таким шикарным, пока!